Всем привет! Смотрим сегодня, приехала посмотреть состояние дома. Он, в общем-то, уже готов. Осталось там только кое-какие недоработки доделать. Да, они здесь будут исправлять некрасиво, они там замазали бетоном, штукатуркой. Вот, идем внутрь. Уже все на месте. Вот у них тут осталось. Вот здесь немножко отремонтировать, они как-то... Доска уехала куда-то у них. Вот, а так все уже готово. Такие полы получились. Коричневые. Темные. Так, настраивайся. Вот так вот, сейчас по порядку. Такая лампочка. Вот тут они пометили синим, и все, где нужно там что-то подтереть, подкрасить, все это вот будет доделываться, соответственно. Так, пошли дальше. Немножко тут находили, я гляжу, натоптали. Тоже должно все это будет потом помыться, естественно, ими же. Вот вид какой интересный из окна, синий. Пустой-пустой дом. Вот такая кухня. Привезли уже, все установили здесь. Как его? Вот этот вот кварц, типа гранита. Ну, цвет, конечно, он не подходит к шкафам. Но, в принципе, и заранее хотела самые простые шкафы взяли, чтобы потом их можно было в белый цвет покрасить. И тогда оно контраст будет такой нормальный. Вот с этим вот покрытием. Со столешницей, вот там дохлая муха валяется. Вот такой мягкий, шлифованный, с покрытием. Все здесь уже на месте стоит. Вода уже подключена, канализация, все подключено. В общем-то, он, в принципе, уже готов. Осталось только вот те, какие там вот они пометили, косметические недоделки доделать. И все. Шкаф этот для кухни, кухонный, место под холодильник. Здесь тоже уже доделали этот шкафчик, вот только ручку не поставили. Входной здесь с гаража вход, считай. Ну, в гараже тут, в общем-то, все как было, так и есть. Обе двери на месте уже. Причем дом, в принципе, не запертый. Уже все, считай, завезли, и заходи, кто хочешь. Но здесь район такой спокойный, поэтому они, видимо, не сильно переживают на эту тему. Вот. Так вот. Вентилятор. Белый. Белые стены. Так, настраивайся. Вот так вот. Я думала, темнее полы будут, но, в принципе, они не очень темные. Нормально. Идем дальше. Здесь пока вот еще целлофан застелен. У меня голос немножко такой больной. Я простыла. Тут неделю болела. Вот. А тут что? Тоже зеркало уже есть на месте. Темно, где свет? Вот свет. Это как бы маленький туалет такой, второй туалет. Не главный. Не самый главный туалет. Здесь шкаф для этих полотенец. Полотенец. Здесь тоже шкафчик. Это у нас комната, спальня, одна из. Это маленькое окошечко дурацкое. Куда деваться? Так сделали. Тут что у нас? Еще одна комната. Ну, тут, в общем-то, все одинаково. Все то же самое. Еще одна комната.
Николас, все уже постелено, такие лампы. То есть все это вот под ключ они сдают. В общем-то, здесь нет холодильника, нет, естественно, не прилагается холодильник. И вот здесь вот вся эта стиральная и сушильная машина, естественно, тоже не прилагается. А на кухне вся, все прилагается. То есть плита, посудомоечная машинка и микроволновка. Это все ими прилагают. Естественно, все выключатели-включатели, весь туалет, ванна, вот это все, отделка. Это все они делали. Все лампы. Вот. Я себя не буду показывать. Я не сильно это не собиралась. Вот. Здесь тоже. Так, где? Не найдешь. Где ж тут? А, вот внутри свет. Много места. Хорошо. Ну, здесь пока вот линолеум. Стандарт. Как идет вот с линолеумом. Пока решили ничего лишнего не вкладывать деньги. Потом это все можно сделать самим дешевле. Получится. Ну, в общем-то, вот так. Вот теперь заезд где-то, говорят, через 2 недели можно будет. Даже меньше уже через... на следующей неделе уже будем заезжать. Вот. Всю мебель перевозить. Они оставили свет здесь включенным, чтобы с улицы люди думали, что тут кто-то живет. Хотя странно, что они не запирают. Подвал остается также недоделанным. В смысле, ну как, они утеплитель в стены положили, а все остальное это уже сами люди делают, заезжают, когда. Крыльцо уже это они тоже сделали. Крылечко вот оно. Маленькое такое, небольшое. Это тоже, кто хочет большие, можно потом переделывать самим. Это вытяжки, как, ну, кондиционер, отопление в полу сделано. Вот так вот. Это место для столовой. Это вот кухня. Да, я вот думаю, цвет, конечно, плохо, выбор был не очень хороший. Я хотела с кварцем сделать, потому что кварц лучше, чем гранит. Он это намного прочнее и легче за ним ухаживать. Вот, и у них выбор был не очень хороший цветов, и вот это то, что мне понравилось из того, что было, но я думаю, что это, конечно, не подходит вот к этому деревянному цвету дерева, светлому, как оно, дуб, под дуб, вот, но это настоящее дерево, поэтому я думаю, если перекрасить в белый цвет, то, в принципе, будет, подойдет, потому что белый сочетается со всем, здесь тоже вот это открывается все. Место под складывать. Все можно убрать. Все эти шкафы. И все, в общем-то, вот так вот. Тут тоже тут шкафчики. Шкафчики, шкафчики. Вытяжка, что ли, уже работает? Или что это? Шумно. Кондиционер тоже уже установлен. Все, естественно. Все, как их... Здесь вот подвал, вход в подвал отсюда. Там темно сейчас. Детекторы на углекислый газ и дым тоже в доме установлены. Так, окно огромное. Не знаю, что вот с этим окном делать, в плане того, какие здесь жалюзи, не жалюзи, шторы, не шторы на него. Не знаю пока. Ну что-то, наверное, надо, потому что соседям все видно с другой стороны. Вот. Вот так вот. Теперь, наверное, уже когда все завезем, мебель. У нас мебели, правда, мало сейчас. Считай, с квартиры все, что есть, перевезем. Холодильник и стиральную машинку, естественно, тоже пришлось купить сразу. И это. А все остальное постепенно будет доставляться, не сразу. Поэтому у нас сразу, конечно, мебели будет мало. Дом будет пустой. Ну и ладно. Ну вот так вот. Такая газовая плита. Четырехкомфорочная. Настраивайся давай, камера. Вот, четырехкомфорочная газовая плита, микроволновка, Whirlpool. Все это.
И посудомойка тоже Whirlpool. Тоже здесь этот есть, который измельчитель пищевых остатков, который встроенный. Вот. А кран вот так выдергивается. Вот так вот. Смешно. Вот так вот. Вот и все. Ладно, всем счастливо, всем пока.